День добрый. Здрасте. Сектор регионального патруля полиции старшего до вашего детства. Старинная регистрационная. А что случилось? Ничего не случилось. Просто документы проверяете. Почти все категории, Анатольевич. С такого более сесть. Ну а как же? Анатольевич, остановилась по причине, знаете какой? Какой? Потому что едете без света. Как без света? А ДХО что не горят? А ДХО это оно у вас предусмотренное заводом, да? А вам дать бумажку почитать, официальный ответ полиции? Да, дайте, пожалуйста. Документы верните. Дайте, пожалуйста, прочитаем. Сейчас дам. Специально распечатал. У нас в ПДД написано, что... Либо ближний свет, либо ДХО. Если они установлены, понимаете? Правильно, они у меня установлены правильно. А ну дайте, пожалуйста, сейчас прочитаю. Я вам дам почитать. Может, почему-нибудь научите. Типа вы меня первого останавливаете. Да я ж не говорю, что я первого. Не, ну я имею в виду с этими, с фонариками, с этими. Сейчас, секунду, достану. Это, значит, человек оштрафовали, он выиграл суд. Суд дал вот официальное разъяснение. Вот все размеры, вот они у меня по размерам стоят. У меня от земли 35 сантиметров, от габарита у меня 30 сантиметров, а здесь не более 40 от габарита. И между ними не менее 60. Сейчас. Это получается, как оно должно стоять? Или по размерам, да. Да. Я вот, просто у нас вот на машине стоит, оно же стоит вот в самом верхнем левом углу. Не, смотрите, там от пола не меньше 250 миллиметров, 25 сантиметров от земли, не меньше, но не выше полутора метров. А здесь высота крыши 1,40 м. Понимаете? Ну да, у нас повыше. Да, так что они могут стоять фактически, самое главное, чтобы не возле самой земли. Так что они там все по уму, с линейкой лазил, восстанавливал, все чин-чинарем. Оно ж лишний литр расхода добавляется светом. Это ж не просто. Ну, чё б я вот это голову морочил. Могу рулетку дать, пойдите померить. Так что мне делать нечего еще мерить. Не, ну, если сомневаетесь. Просто вы мне первый показываете, я просто, ну, прочитаю, чтобы я знал. Серьезно, серьезно. Я жарю, смотрите. Если бы, ну, я жарю, просто, чтобы я знал. Это же официальная бумага. Я считаю. Подпись, все. Я жарю, просто, чтобы я знал. Хотите, ну... Рулетка мне не обязательно, даже, я думаю, если там... Некрасиво распечатано, хотите, оставлю один листик. 5 сантиметров, даже если там будет 5 сантиметров и не это, просто я имею в виду, чтобы оно действительно было. Не, вдруг это, чтобы человек... Правильно. Показывать, да, и все понимаешь. Ну оно просто тут коряво это самое. Не в том порядке принтер выплевывал. Хотите, оставьте себе. Ага. Всего доброго, до свидания. Все, спасибо, счастливо.